Привет, привет. С вами Кисусик. Я засыпаю. Очень хочется спать. Сижу в самолете. 7:30 началась посадка. На вылет вроде 8:30. Или что? Самолет большой достаточно такой прям. В три ряда. Очень классно, что тут есть вот разъем для зарядки, но он пока не заряжается, потому что мы не летим. Вот. Как полетим, так, я думаю, должен заработать. У меня уже вместо мозга каша. Я уже плоховастенько так соображаю. Очень надеюсь, что я смогу поспать, пока мы будем лететь. И немножко отдохнуть, чтобы моя кашка снова превратилась в мозг. И не то чтобы даже устала, но просто как-то вот. А может быть, устала. В прошлом видео я, кажется, говорила, что я устала. Да, наверное, это так. Стресс. У меня еще, прикиньте, вот я шла на посадку, я уже заходила в самолет, еще какой-то стол поставили. Индусы опять попросили показать рюкзак, что там, бляха. Ну я так чисто открыла, и думаю, ой, у вас тут что, еда? Ага, одежда, понятно, хорошо, проходите. Я что-то думаю, блин, это сейчас что, опять какой-то досмотр, это все. Ладно. Короче, сплю, отдыхаю, набираю силы, выхожу к вам бодрячком. Буси-буси. Авиакомпания со самолета Санвике. Пушкинсис. Вы знаете, Таллиенги Сучу. Меня Томас. Вы знаете, Асоси Вазипамас. Сызни, Хавсиздегингис. Парвозда Овенин Сызни. Хавсиздег Бойча. Кыска Малума. Красоня какая. Все, 8:30. Полетели. Чего там такой? Маленький ребеночек такой живчик, но я все равно буду дремать, несмотря ни на что. Сиди на верблюде, пристегивайся, прикольно. Bolalar uchun xavfsizlik kamarlarini alohida taklif etamiz. Avariya holatida samolyotimiz suvga qo'nsa, sizning qutqarish nimchangiz o'rindiq tagida joylashgan. Jala havoga to'ldiring. Naychi orqali nimcha chiroqchani yoqish uchun batareykadagi bog'ichni pastga torting. Sahnda bolalar uchun qutqarish nimchalari ham bor. Sahn germetizatsiyasi ishdan chiqqanida kislorod niqoblari tepadagi tokchadan samo настоящее кино. Niqobni o'zingizga tortib, og'iz va burningizga moslab ushlang. Agar siz bolangiz bilan uchayotgan bo'lsangiz, niqobni avval o'zingizga, so'ng bolangizga taqing. Qo'lingiz oldingizdagi o'rindiq tagiga yoki tepadagi tokchaga. Ну, такого я еще не видела вообще. Шикарно, в костюмах. Ва авария чиқиш йўлига қўйманг. Йорқлик бериб турувчи йўлкалар авария чиқиш йўлини кўрсатиб туради. Ҳар бир авария чиқиш йўли exit ёки чиқиш сўзи билан кўрсатилган.
Авария чиқиш йўллари ҳавога бўлдирилган траплар билан таъминланган. Биз сиздан учиш вақтида чекмаслигингизни сўраймиз. Бутун учиш давомида чекиш ва электрон сигареталардан фойдаланиш манъ этилади. Ҳожатхоналар тутунга қарши детектор ва сигнализация билан таъминланган. Авария ҳолатида экипаж буйруғи билан кўрсатилган хавфсиз ҳолатлардан бирини эгаллаганг. Барча электрон асбоблар ва уяли смотреть. Парвоз достурга отказылган ёки учрилган бўлиши керак. Qo'shimcha ma'lumotlarni xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomadan bilib olishingiz mumkin. Hozir esa iltimos, o'rindiq suyanchig'ini tik holatga keltiring. Stolchalarni yoping va xavfsizlik kamarlarini taqib oling. Uzbekistan Airways aviakompaniyasini tanlaganingiz uchun minnatdormiz va sizga yoqimli parvoz tilaymiz. По-английски еще раз. Очень красиво. Ой, thank you.
Тесла спрошу, может, у проводников можно зарядить. А то непорядок. Блин, ну это прикол, конечно. Блин, нету никого. Походу, проводники его пошли раздавать еду. Ладно, сейчас разберемся, короче. Короче, сказали, эти штуки не работают вообще у всех. И на кухне тоже нету ничего такого. Ну, ладно. Как есть, так есть. Что поделать? Надо пауэрбанк себе купить, чтобы был на такой случай. У меня раньше был, но он уже это все. Сдох. Надо новый. Но обед просто какой-то роскошный. Я сейчас расплачусь просто от радости. Сколько всего. Если, может, водички какой принесут для чая, так пить хочется тоже. Как это круто вообще. Классно. Уж даже пофиг, что хрен зарядишь телефон. Главное удовлетворить базовую потребность в еде. Ты же что-то проголодалась так. Как здорово вообще. Даже дичерики, боже мой. Классно. Приятного аппетита. Обалдеть.
общем, я чуть-чуть вот так вот буквально, может быть, так как-то поверхностно задремала, но я бы еще подремала. Короче, там, где я сидела, сидеть, оказывается, нельзя. На стуле стоят. Ну ладно. Сейчас тоже шла, иду, говорю, где тут на Минск, да, чтобы перейти. А тут какого-то транзитного агента надо ждать. Первый раз такое встречаю. Всегда транзит, идешь себе и идешь. А как бы ты такой-то не заснуть, пока этот агент придет. То он что, это не торопится. Ладно. Блин, засыпаю просто на ходу. Сонное видео у нас с вами. Короче, пришел визовый агент, просто спросил меня, куда я лечу. Хотели выйти в город. И на этом все. Туда выход, туда зал ожидания какой-то или что. Пойду туда, наверное. Это, походу, где-то тут зал ожидания. Транзитный агент сфоткал мой посадочный и паспорт. Типа для учета или что? Нет, это не зал ожидания. А где? Куда идти? Я вот оттуда пришла. Я пока там шла, я там видела какой-то зал. Но как туда попасть? Что-то я не поняла. Куда идти? Куда? Прошла еще один таможенный контроль и все. В зоне duty free и пойду ожидать. В общем, мне писала подписчица Галина, что вот можно встретиться, город посмотреть, но я чувствую, что сил на это нет. Можно было бы, ну, просто хочется подремать. Может быть как-нибудь в другой раз. Но спасибо вам, Галина, за предложение. Мы попробовали позвонить все-таки Галине с визовым, с транзитным агентом. Галина не ответила, может, не услышала, не знаю. В общем, все как происходит, так оно и хорошо. Розетку бы мне. Розетку. Пойду искать, короче, тут. Уже есть где. По периметру вообще розеток не имеется. Вот. Как-то так. Тусим тут. Все окей. Еда у меня есть. Это важно, это главное. Как вы поняли, я люблю, когда есть еда. И не люблю, когда ее нет. Да. Ну и подремать тоже, в принципе. Окей. Комнатка для молитв. Такой закуток. Небольшое такое помещение. Я тут устроила себе. Буду дремать. Телефон уже потом заряжу. Все равно тут Wi-Fi нету, интернета нету, так что, в принципе, толку от телефона как бы и нет. Сейчас хочу взвесить, сколько это все добро мое весит. В общей сложности вот эти все мои три сумочки 20 килограмм. Это 11, тут 7, там ноутбук, мои картины, еще что-то. Зарядное там. Поэтому такой тяжелый. И это еще сумтяжка 2 килограмма.
Что я туда напихала, вообще не понимала. Ну, не мудрено, что я устала, бряха, таскаться-то. Ладно. Как есть, так хорошо. Все прекрасно. Замечательный урок. Что мне понравилось, так это то, что мотылёк полетел. Нет, мне понравилось то, что тут говорят на русском. И не надо непонятно на каком своем ломаном английском что-то спрашивать, изъясняться и вообще. Понимают люди и сами тоже говорят. Я уже ни черта вообще не соображаю, вообще просто сил ноль. Буду отдыхать. Который раз я уже это говорю. Ну, чтобы вы понимали, в каком я состоянии, всего, короче. Я задумываюсь о путешествиях на новом уровне. Не хочу больше 20 килограмм таскать на себе. Не хочу. Хочу по-другому. Пусть так оно и будет. Так оно и есть, и это истина. Я с вами прощаюсь. Шлю вам лучики добра и любви из Ташкента. Вот там вот. Там какой-то туман. Хотя мы летели, было такое солнышко. Как-то резко поменялась погода. Ну ладно. Все, продолжу съемки, как приду в себя. Еще нам осталось до Минска долететь, там уже с папулечкой встретимся. Это греет мне сердце. Да. Жду, очень жду нашей встречи. Прям. Жизнь здесь осталось. Я вас люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.